Так, ну вот первый, видите, торговый объект, который сейчас здесь, соответственно, осуществляет. И продавец, который на глазах здесь очень любит. Вот здесь присутствует как раз качественный цех, который сейчас здесь торгует. Но, видите, то есть, как видите, что основная все-таки масса бизнеса, основная часть предпринимателя, основная часть бизнеса все-таки является у нас ответственной, и все-таки торговую деятельность прекратила. Вот. Но видите, что в любом месте все-таки являются люди, которые хотят нарушать. Сознательно причем нарушают, хотя знают, что действия являются незаконными. Но вот сейчас вот первая торговая точка, сейчас, соответственно, она будет изыматься. Вы заберете сейчас товары? Да, в качестве обеспечительной меры, соответственно, будет в рамках возбужденного административного дела по статье. Но вот, прямо вот тут можно заметить, вот эти товарные знаки, три полосы. Ну, сейчас у нас эксперт, конечно, будет определяться. Вот, но они являются у нас зарегистрированным товарным знаком компании «Адидас». Взяли нас и просто выкинули все. На другие рынки. На какие рынки? Вот вы грязь сидите сами, работаете. Поработать, не просто сходить посмотреть, а выйдите туда поработать. И посмотрите. Даже в саду эти говорят, то же самое, что у тебя сейчас платишь. Налогов нет, наших отчислений в администрации не будет, да? У нас что, примеров мало? Вот детский парк, напротив, приведите его в порядок. Все люди Липки, прекрасный парк, приведи администрацию города в порядок. В грязи. Развлекательный комплекс. Так он поможет, вы будете плавать в бассейне. Одни наркоманы будут сидеть, пьяницы. Детский парк там не надо. А люди и вы уже больше людей. Это сколько там шоу? 400 человек на улицу выкидывают. Как вы считаете, нужно убрать отсюда рынок? А куда это? Вы как считаете, рынок здесь нужно убрать и сделать площадку, сквер? Вы знаете, мы уже привыкли, что здесь всегда есть. Это раз. А во-вторых, посмотрите, сколько народу лишится этого места. Я понимаю, что лишится народу места, найдут другую работу. Вы как думаете, здесь столько рынок должен быть? Столько вы затратили, рынок должен быть здесь. Вместо потому сквера. То есть вы за рынок, не за сквер? Ну, сквер-то есть, вон там сквер по ту сторону. Поздно хватились за сквер-то. Не надо было это делать, а вот оставить эту площадку. Только денег а то, столько потратили денег, и теперь видите. Красиво. Решил все. Иван Иванович. Ну, посмотрите, да, плачу. Если 300 ракушек, мы продавцы и еще, предприниматели. Да, канал-то, да, обслуживающий. Мы что сейчас пойдем и сами куда? Воровать или что? Еще раз скажите, а почему вы не хотите на другие рынки? Потому что вы привязались к этому. Вы сами сходите на этот рынок. Я уже говорила, сходите. Скажите, почему не хотите? Почему? Еще раз скажите, камеру. Потому что там нет торгов. Мы стояли на всех рынках, пробовали везде. Нигде. В открытые помещения не идут люди. А здесь, по-моему, цивилизованно все сделано. И людям очень нас покупатели все оставьте, куда вы пойдете. Понимаете, у нас у всех кредиты, дети, ипотеки. Сейчас кризис идет. Ну куда мы пойдем? Вы все вам жевать оставляете? Если вы.